Шереметьево. Продолжаем наше путешествие. Пенсионеры. Представляете, оказывается, бесплатно гостил. Да. Российских, а казахских еще. Ладно. Поехали. Проснулись, отдохнули, приехали, конечно, что-то рыбацкое посмотреть, и особенно, что мы такое теплое. Вот, естественно, вот давно не было из Москвы, мы с Алексеем, я его заманил посмотреть термобелье, самое лучшее в мире. Второе место занимает после Сан-Франциско. Да. А первое – дилижант. Дилижант, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот лед. Вот я уже третий раз прилетаю с Алматы, чтобы купить вот эту футболку и посмотреть термобелье. Ну, вот я специально прилетаю в Москву, только вот этот экстрим, чтобы купить термолёд видео. Это лед, знаменитый лед, который покорил сердца алматинцев на выставке уже 2 или 3 лет. Вот, и она имеет свойство не изнашиваться. Но, тем не менее, я хочу все время обновить его. И, во-первых, а во-вторых, хотел увидеть своего друга Александра. А, кстати, вот и Александр. О, Александр, привет. Привет. Вот Александр, это человек, который принес в Алмату лед и одел, ну, за 1000 человек, наверное. Износа с тех времен нету. Как дела? Ничего, понемножку, несмотря на какие-то сложности, все равно мы из Италии получаем наш лед любимый. Кто попробовал, уже после этого от леда не отходит. Но дело не в этом. Ладно, давайте по-дружески сейчас закончим с ледом и приступим. Вот здесь у нас еще есть хорошее кафе. И Давно пора. Саша уже это самое немножко рекламирует. Но я как алматинец, а всех тех пользователей, которые пользуются ледом, скажу, все-таки в лед компании и в этом качестве есть большой недостаток. Какой, не можешь сказать, да? Да, потому что мы покупают, и 5 лет после этого не приходим. Это отсутствие недостатков. Самый большой недостаток. Киевский вокзал, что-то все расстроилось, не узнаю. Кругом современные здания. Вот так вот. Вокзал Киевский. Поехали дальше. Шагал целый час от гостиницы «Украина», Москва Сити. И вот Речпорт. Прошли пешком от гостиницы «Украина». И там нас ждет «Богатырев Борис Юрьевич». И меня сопровождает Алексей Никулин. Очень-очень редкая казахская фамилия. Да. Вот. Второй день в Москве. Мы зашли сейчас Россотрудничество. Это такая организация, приравненная к министерству. Ну, наметили кое-какие планы. А сейчас по старинке, конечно, на Красную площадь решил зайти. Вот иду по бульвару Александровского сада и смотрите, кого встретил. Казах. Причем под моей фамилией. А ну повернитесь, пожалуйста. Что, Вадик? Потапеков. Как у меня фамилия, надо же? Одна фамилия. Это да, тот Никулин. Тот знаменитый Никулин, который снимал «Алсип». Вот.
преддверии 9 мая. Вот мы там кое-какие проекты совместно наметили. Поэтому сейчас зайдем на отличный огонь и красное. Значит, что там сделали за время моего отсутствия. Но это сам Морев. Знаете, дело-то громкое было. Фамилия-то известная. Морев, продюсер. Но, как ни странно, народу не так много, как раньше было. Посвободнее Москва стала. Вот вам всем привет. С вечного огня. Только сейчас была смена гром. Красивое зрелище. Алексей, где мы были? Прокомментируй, пожалуйста. Мы были у Евгения Примакова, министра, который возглавляет федеральное агентство Россотрудничества. Собственно, договорились о создании совместных проектов с казахской стороной. Будем снимать фильмы, будем организовывать экспедиции. Будем обмениваться волонтерами в экспедициях Русского географического общества на территории, соответственно, России и на территории Казахстана. Вот мы находимся в этом географическом центре, откуда все в этом расстоянии отсюда исчисляется. Вот. Так вот. А это море. Море что-то хочет сказать. Что здесь? Примерно вот здесь находится Алма-Ата. Ну, где вот туда? Вот здесь, да? Вот она. Красная. А вот здесь Булат жил. По-моему, вот в этом доме жил. Вот здесь жил и работал дворник Жантуриев. Булат Мирбекович. Я к нему заходил. Гостиный двор. Все на месте, ничего никуда не пропало. Очень хорошо помню. Вот. Не изменился. Да. Подлатали, подремонтировали. Все светится. Все же городовые, все это все. Посмотрите. Вот она Лубянка. Сейчас в Ольге. Вот находится здание Русского географического общества. И кафе, банк, разведка. Первый этаж, второй этаж, контрразведка. Представляете? Вот самое. Саша привез нас в разведку. Это кафе находится прямо где географическое общество. Да, сели около рации. Я пошел в разведку. Да, да, да. Я пошел в разведку тоже. Юстас Алекс. Сейчас передадим радиограмму и начнем обедать. Сделали вообще. Там контрразведка, здесь разведка. Все тематично, так все. Вот мы спустились сюда. Вот здесь разведка. Все тематично. Сделано. Шинели, рации. В общем, очень интересно. Старинные газеты, персонажи. Тут Никулина касса постоянно была. О, сам Примаков. Как раз реально. Значит, собственно, все, что с этим бортом Дугласом было найдено, все здесь. Здесь, в этой коробке, останки борт радиста Оконечникова Петра Капитоновича. Да. Опознали мы его по вот этому по документу.
Это, да, собственно говоря, комсомольский билет на казахском и на русском языке. Да, да, да. Вот это вот инструкции, полетные карты. Вот тоже части полетной карты. Это сухпайок. Угу, это, да, все это было вместе с ним. Это его части амуниции. Это, я подозреваю, тоже от сухпайка американского. Вот. Да, вот, собственно, все, что было найдено с бортрадистом, оконечником, да, это, да, вот все здесь находится. Да, отлично. Спасибо, ребята. Большая, огромная работа. Алексей, тебе тоже спасибо. Так, да. Я думаю, что родственники, да, на должном уровне вручат. Получат. Но я это, конечно, передам сейчас видеоматериал. Это племяннику, получается. Ну да, передадим все это, да, племяннику. Русское географическое общество. Я надеюсь, что оконечников там где-то это, на небесах. Скажешь большое спасибо. Да. Спасибо, ребята. От себя тоже говорю спасибо. Спасибо. Вот, видели, здесь дедушка, ну, дядя будет, так говорить. Вот это вот, да, да, вот это вот будет это самое передано, ну, на, конечно, должном уровне с соответствующими органами, и тебе вручат уже в Алматы.